вода в вино. Можно? Можно. Это гипноз. Это элементарный гипноз. Христос был таким гипнотизером, что современным ахнуть. То же самое. 5000 человек. 5 хлебов и 2 рыбки. Он им внушил это своим гипнозом, своими силами. Возможно, тембр голоса очень влияет. Есть другие факторы. Просто те, кто изучал гипноз, те это знают. Я что-то ни одного гипнотизера в церкви не видел. Почему? Потому что они знают, как Христос привлек толпу. Это был чистейший воды гипноз и чистейшей воды... Ну, согласен. Скажите тогда, какому Богу он мерил все-таки? Вот если это Писание читать... Какому он Богу верил? Он верил в Яхве, в того, кого верили все евреи. Опять-таки, отголоски, он внушал людям, что это его прямой отец. Тогда у меня вопрос. Почему он ни разу тогда там не говорит, что Бог Яхве? Вы говорите о там... Яхве как имени? Ну, почему да. нет имени Яхве там? Да. Потому что, согласно еврейской традиции, имя Божье можно сказать... Коэну Гадоль. Коэн Гадоль — это первосвященник на Йом-Кипур, в день искупления, проливая кровь освятительной жертвы. Только тогда открыто можно сказать. Кто такие правила установил? Это что такое? Вавилонский Талмуд. Идите к источнику и читайте. Ну там все ясно. Так хорошо, если вы имя своего отца можете назвать? Ну я могу. А почему нельзя имя Бога назвать? Что за обращение что за бред? К Богу, вы поймите, что это кто античный такие... иудаизм. Так значит, он неправильный был. Так все тогда так верили. Имя Бога собственное, называли его как? Цбаот, сущий, Адойной, мой Господь. А то что Ашем. Будет, если назовешь имя Бога? Ну и что будет тогда? Ну, знаете, спросите у раввина.